Привет, мои дорогие. Опять же, по просьбе, вроде там у меня Ксюша зовут, да? Светик или Ксюша. И также, нет, Ксюша было другой заказ. Нулюфар Расулова просила, голубая узбечка с сухим мелочком. Также Ксения вроде. И просила у меня, так, Александра Светская. Вот, так что, мои дорогие, это по просьбе голубая узбечка. Я решила со знаменским поесть его. Глотать буду частично, сразу говорю, потому что и знаменский я люблю, и голубую узбечку. Все глотать не сможем. Вот. Мерабалар таки чилырым, насылсыңыз. Бүгін бізді Мави, Узбекистан, хэмді ады знаменский. My dear Знаменский and Blue Узбекистан. Ну что, поехали. Погрызем. Вот такая масса. Запах знаменского. Это что-то. Пришли.
Запах Знаменского – это нечто просто. Просто залепила небо. И не пожуешь толком. Нереально. Запах Знаменского.
наверное, неприятное, да, что в наушниках. Запах Знаменского. Это что-то. Спасибо всем. Целую, обнимаю. Было вкусно. Жду вас в следующем видео. Такая вообще. Губки. Teşekkür ederim bekçilerim. Seviyorum, öpüyorum. Thank you my dear. Yani. Tadı çok güzeldi. Tebeşirden tadı çıktı. Muhteşem. Ну все, мои дорогие. Пока-пока. Целую вас. Я по списку иду. Так что будет завтра следующее видео. Суп из красного. Захотели с мелочком. Завтра будет суп и еще что-нибудь. Ну, я вот сказала, кто-нибудь, если не выпустит. Ну, как же выпустит? Что делать? Тоже будем. Просто, когда в двух каналах одинаковое видео, я не очень люблю. Но иногда у нас так получается у милоежек, к сожалению. Вот. Но в данный момент я все делаю по просьбе моих подписчиков. Так что...